Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь на канал, отметьте колокольчик, чтобы вы первые получали уведомления о новых видео, и поддержите наш канал молитвами или финансово. Благослови вас Господь. Я знаю, какой резонанс в нашем христианском протестантском сообществе сделал вот тот репортаж, который мы сделали на канале из стен Государственной Думы Российской Федерации. По прошедшему круглому столу вы видели, вы смотрели, большинство из вас. Резонанс большой. Сегодня все больше и больше священнослужителей, наших пастырей, епископов просыпаются. И я хотел бы поделиться с вами письмом, открытым письмом, которое написал епископ из Сибири. Виталий Максимюк Куган, Сергею Васильевичу Ореховскому, как он его обозначил. Они близкие друзья. Виталия не надо представлять, его очень многие знают. Российская Церковь Христиан Веры Евангельской, епископ, большая церковь, служение. Служение не только в России, но и в других странах мира. А почему я хочу зачитать вам его письмо? Потому что, возможно, некоторые телеграм-каналы продублировали, ну, может быть, у кого-то на страничке оно выпадет. Но хотелось бы, чтобы вы послушали, чтобы вы увидели сами текст этого письма на страничке Виталия. Я прочитаю его целиком, выводы делайте сами. Сергею Васильевичу Ореховскому, начальствующему епископу РосХВЕ. Война срывает маски, обнажает суть человека, закамуфлированную красивыми словами. Но очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Когда я услышал твое выступление на круглом столе «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в 21 веке», то не мог поверить своим ушам. Что случилось, Сергей Васильевич? Большинство христиан в России сейчас молчат. Я не сужу их. Но одно дело молчать, а совсем другое – выступить в поддержку тех, кто равняет с землей мирные украинские города и давит танками братский народ. Ты знаешь, что несколько лет назад мы открыли служение детям-сиротам в Украине. Я лично говорил тебе об этом. Когда началась война, я в ужасе осознал, у нас же дети там, дети, о которых мы заботимся и которые теперь вынуждены прятаться в подвале. Мы, не раздумывая, выехали в Украину, чтобы эвакуировать их, 27 человек. Тогда я впервые своими глазами увидел весь ужас спецоперации, нескончаемый поток людей, пытающихся спастись, гул сирен, страх. Это было в самые первые дни и казалось таким ужасным, но это было лишь начало. То, что позже случилось в Буче, Ирпене, Мариуполе, не поддается ни описанию, ни осознанию. Убийство мирных жителей, пытки, насилие, мародерство. Как же ты, стоя перед лицом Божьим, смог оправдать это зло? Может ли епископ вообще поддерживать идеологию, оправдывающую убийство людей? Мы вывезли детей, но, оказавшись в безопасности, поняли, что там остались сотни, тысячи, миллионы людей, которым грозит смерть. Мы вернулись и вывезли еще женщин и детей, а потом снова вернулись, и снова, и снова. Я постоянно получаю сообщения из Херсона и других мест. Кто-то дал мой номер телефона. Видимо, люди передают его между собой. Одни пишут: «Пожалуйста, умоляем, вывезите нас отсюда, здесь ад. Льется кровь, погибают семьи, уничтожаются храмы и здания семинарий, по больницам и жилым домам ведут огонь из тяжелых орудий, убийства, изнасилования, грабежи, братские могилы, разрушенные дома с заживо погребенными жителями. Как хотел бы я, чтобы ты смог приехать ко мне, Сергей Васильевич, и своими глазами увидеть, что здесь происходит, и служить этим людям, вытаскивая их из этого пекла. Одобрять уничтожение страны, убийство тысяч людей – это пасторское и епископское служение? Нет, это отступничество, это мерзость перед Богом. Меня потрясли твои слова, сказанные за круглым столом. Они прозвучали от человека, который на протяжении многих десятилетий ассоциировал себя с пятидесятническим движением в России. Нет, мы по разные стороны. Я не хочу ассоциировать себя с тобой. Мне стыдно и больно видеть, что ты делаешь. Последние полтора месяца я провел в машинах, в дороге, эвакуируя людей из самых горячих мест. Хотел бы я, чтобы ты посмотрел им в глаза, в эти разорванные души,
в глаза людей, потерявших родных, близких, свои дома, все, что у них было. Прямо сейчас я вывожу семью наших друзей, и ты их знаешь. Больше месяца они провели в подвале. После пережитого им тяжело говорить, не заикаясь. Пока твоих братьев расстреливают на улицах украинских городов, ты соблазняешь тысячи российских христиан, убеждая их своими выступлениями, что Россия здесь несет любовь. О какой же любви ты говоришь? В Евангелии от Луки сказано: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Сергей Васильевич, со скорбью в сердце говорю, ты этот человек. Тьма обольщения сковала наш народ, и ты человек, поддерживающий этот соблазн. Мы знали тебя близко, на протяжении 40 лет. Моя жена росла вместе с тобой. Мы вместе поклонялись Богу, знали твоих родителей. Что бы сказал твой отец, служитель, который был томим в тюрьмах за Слово Божие, услышав твое выступление в поддержку убийства невинных людей? Что бы сказала твоя мама? У тебя родственники в Украине. Как же ты в глаза им будешь смотреть? Какой же образ служителя ты оставляешь своим детям и внукам? Как ты будешь брать в руки Библию? С каким сердцем будешь читать Святое Писание? Какому посланию будешь учить тех, кто приходит в воскресенье в церковь? Что же ты делаешь, брат мой? Или ты уже вовсе не брат? Какой ужас! Со слезами и болью в сердце пишу: я больше не подам тебе руки. Да будет Господь столь милостлив, чтобы дать тебе покаяние. Епископ Ассоциации Сибирских Церквей Христиан Веры Евангельско-Пятидесятников, пастор Виталий Коган-Максимюк. Вы послушали текст этого открытого письма, открытого обращения. Я думаю, оно не последнее, дорогие друзья. Оно не последнее. Что-то должно измениться. И люди, которые запятнали себя кровью, я именно так это скажу, они должны уйти. Уйти навсегда. Из нашей жизни, из наших союзов, из нашей памяти. Придет время, и мы забудем их. Благослови всех Господь. С вами был я, епископ Альберт Радкин, и канал «Взгляд с небесный».